Друзья, всех приветствую. 9 января 2022. Я приехал на теплый слив половить на мушке. Чуть позже покажу. Здесь самая ходовая приманка вот у поплавочников. Это зеленая тимка. Она вот на камнях очень хорошо себя чувствует. Рыба за ней приходит, соответственно. Вот сделал мушку, весьма простенькую. Напоминающую тимку. Буду пробовать ловить на нее. Погода минус 4. Я считаю, для января очень комфортно. Есть, ребятки, первая поклевка. И вот моя тимка сработала. Отлично. Смотрите, какой красивый сегодня восход. Наверное, будет плохо видно. Первую эту поклевку. Но тем не менее. Пойдем смотреть, что за рыба взяла. Ой, великолепный подъязок, по-моему. Смотри, какой красавчик, а? Сработала моя, это самое, как она называется, муха под тимку. Сейчас тебе дам, Саш. Ох ты, бог ты мой. А, хорош? Красава. Великолепно сработала тимка на крючке Камасан с головкой 0,4 вольфрамовой. Спасибо, рыба. Плыви. Плыви. Давай. Пока. Так, надо взять подсак. Вот таких вот я всяких разных мух навязал. Ну вот эти вот под тимку. Вот сегодня она и сработала первой. Есть. Вот еще одна рыбка. Вот еще одна рыбка. Какой великолепный восход. О, Саш Сербин приехал. О, это подлещик, ё-моё. Ну, фантастически. Вот, она обычную мушку не хотела брать. Не хотели брать подлещики. Это подлещик. Выходи давай, выходи. Нет? Подлещик. Подлещик.
Подлещик на мушку, а? Вот она. Да, я решил зелеными мухами. Нам рыбакам ничего не оставили. Привет. Я же говорю, что зеленая муха – это сила. Саш, ты на что собрался ловить? Пока не знаю, я вот на вас посмотрю. Дать тебе муху? Что говоришь? Дать тебе муху. Ну, давай. От нее и будем отталкиваться. Она какой вес? Ну, я в смысле линию-то какую поставить? Наверное, этот. Ну, 4. Какой вес? Ну, монопои у нее есть еще. А у тебя монки нету? Ну, только есть этот Эстер. А? Эстер. Но не уверен, что жалко муху на нем. Ну, на вот тебе под этот самый. Давай, попробую. Под монопое 0,4. Так. И не бросишь обидеться, поэтому я даже ничего не брал. Понятно. Так, так, так. Первый мой подлещик в этом году, да еще на муху. Спасибо. Ветерок задувает. Да. Вот я и мухи делаю. Тяжелые, тяжелые. Чтобы было наплевать. А здесь по зацепам? А? По зацепам здесь не так, как на том слое? Нет, здесь тоже зацепы есть. Старайся на дно не опускать. Иначе рыбалка закончится. У меня зеленых больше и нету толком. Таких я имею в виду совсем простых. Еще один подъязычек. Саша, если созреешь, то муху я тебе дам. Я еще до своих мух дойду. Давай. В общем, ребята, муха, муха-бомба, просто зеленая. И больше ничего не надо. Спасибо.